Михаил Алексеевич Егоров родился в 1923 году в деревне в крестьянской семье. Получив начальное образование, он работал в колхозе. Во время оккупации в 1941 году Смоленской области немецкими войсками он вступил в партизаны, воевал в рядах партизанской бригады полк Садчикова. А с декабря 1944 года он уже сражался в действующей армии разведчиком 756-го стрелкового полка, 150-й стрелковой дивизии, 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 30 апреля по берлинскому и 1 мая 45-го по московскому времени он вместе с младшим сержантом Кантарией водрузил Знамя Победы над крышей Рейхстага во время штурма здания. За совершенный подвиг Егорову указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 46-го года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».